привет! Мы собираемся ехать... Куда, Ника? На Девичник! Точно! Мы, кстати, заехали купить клей-ножницы. Вы видите, да? Клей-ножницы... Тяжело, подожди. И, кстати, чемодан. Мы едем на 2 дня всего лишь. И там только мамы вещи. Да, кстати. Вот, девочки. Это я вам потом покажу. Это журналы. Для чего, я думаю, вы уже поняли. Но я просто расскажу, где их взять, чтобы было недорого. Это стабилизатор будем разбирать. И снимать будем с помощью него. Я вам просто не сказала куда. Гостиничный комплекс «Веселый заяц». Я в Инстаграм, подпишитесь в Инстаграм. Я там сделала опрос, куда можно поехать с подругами за город. Вот был один из вариантов, его порекомендовала Юля. Я ей очень благодарна. И вот сейчас мы все вам покажем. Дорога 40 километров от Киева, нам осталось 20. И, в принципе, мы проезжаем лес. Если честно, на фотографии все смотрелось гораздо больше. А тут прям все такое маленькое-маленькое. И там на втором кровать двухспальня большая. Вот, под лестницей стол, тут стол, который раскладывается с табуреточками. Что ты делаешь? Я тебе звоню. Я чего-то думала, что здесь есть печка. Нет, печки нет, просто кухонька. И есть душевая кабина. То есть все такое маленькое. Не знаю, я не могу сказать, что я прям в восторге, ну так, ничего. Из-за того, что выходные дни, и как бы заранее надо было бы бронировать, мы этого не сделали, соответственно, как бы выбрали самое лучшее из того, что есть. Но не могу сказать, что я прям в восторге. А мне нравится. А Нике нравится, я люблю, когда много света и большое пространство. Вот, а Ника любит, чтобы было все камерно. Ну, вы видите, да? Это и очень сейчас классно. Я выйду, покажу, что же там. Просто траву косят и шум. Вот, есть свой стол, своя как верандочка такая. Есть мангал, но это все платно. И мангал платный. Так, это аренда беседки, аренда мангала. А беседка вот такая. Так, и здесь вот территория. Я тебя покачаю. А что такое? Девочки, как перевозятся бокалы? Вот так вот. Ника уже профи в этом. С такой мамой и ее подругами. Да, хотела нас будет трое. А Ники квас и компот. Причем же сама из этих бокалов пить не буду, но так бережно я заворачивала. Наш номер, и мы тут достали как раз траву косят. Слушайте, так пахнет. О, я обожаю запах скошенной травы. Вот на той лавочке Доминика сделала мне очень крутую фотографию. Я сейчас ставлю, вам покажу. Она у меня богиня просто фотошопа. Она все знает, все умеет, и вообще я безумно рада, что у меня есть такая чудо-дочка. Правда, я не могу без нее, это моя подруга, моя лучшая подружечка. Вот у меня мама подружка, Доминика подружка и потом уже все остальные подружки. Вот, мое чудо бегает, такое маленькое было, такое маленькое, как Дема, сейчас он больше, чем мама. Вот, по поводу места, ну как вам сказать, я не могу сказать, что вау, тихо, спокойно, ценовая политика норм, 1700 гривен стоят сутки. Что ты мне мачешь? И включен завтрак, если вы больше, чем на 2 суток. Вот. Что ты там прыгаешь?
здесь есть беседки, они платные. Там домик, я проходила мимо. Он такой прикольный, я не знаю, сколько он стоит. Тут есть батут. Так, что еще? А, да? Я, кстати, взяла с собой стабилизатор, но почему-то я иду без него. Вот это, конечно, очень плохо. Надо приучить себя пользоваться стабилизатором. Бассейн сейчас не функционирует, но он есть. Маленький такой, как лужица. Ну, так, в принципе, симпатично. И здесь есть детская площадка. Сейчас я вам тоже ее покажу. Катя, видите мою машину? Даже гости паркуются платно. 100 гривен в сутки. Я считаю, что это не совсем правильно. То есть, если люди уже у вас остановились, то, пожалуйста, как бы организуйте им место для парковки. Там вот за территорией есть место для парковки, но она не охраняемая. Вот этот домик. Он мне, конечно, больше нравится, чем наши. Но наши дешевле. Этот подороже. И он, по-моему, был занят. На сегодня свободен, на завтра занят. Нам надо было на 2 суток. И вот детская площадка. Тут есть такие лавочки-качели. Детская площадочка. И сам комплекс ресторанный. Там еще, по-моему, баня, я видела, гардеробная. Неплохо. Ну, что-то, мне кажется, в сервисе надо дорабатывать. Так, в принципе, все улыбаются, все хорошо. Но я имею в виду, что как-то, вот знаете, как чуть-чуть неуютно где-то. Вот на улице классно, а вот в домике мало места. Мало места и темновато. В плане, я имею в виду, мало окон. Ну, это моя особенность. Я просто очень люблю, когда светло. Очень светло и именно много дневного света. Поэтому я и нафигачила себе в доме окна в пол. Ну, я взяла черные вещи. Ну, как бы да, я ж нет. Так что все, завтра тогда жду. Давай, целую, пока-пока. Ту-ру-ру. А зажигалки и спички у меня нет. Может, Ник и меня спасет? Нет? Значит, может, в машине есть. Итак, благовония подготовили, журналы подготовили. Где взять журналы? Вот, журналы можно купить на Петровке. Есть такой книжный, прям книжный такой отдел со старыми книгами, и там есть журналы. Так, я жду девчонок, они подъедут завтра. Сегодня мы с Доминикой по-своему, по-девчачьему. Мы будем смотреть кино, кушать. И что мы будем еще делать, Ник? Мы спать. Спать. Нику хлебом не корми, дай поспать. Вот, поэтому, а завтра... Играть будем. Да, а завтра я тоже буду снимать влог уже с девчонками. Вот, сегодня я уже выходить не буду, включаться не буду. Как-то так уставшая себя чувствую. Поэтому до завтра, не переключайтесь. А без кофею утро нормально не идет, да? Нет, оно еще не утро, ты не просыпаешься без кофею. Мы просто ждем, пока проедет машина. Заведение, оно вообще, этот комплекс находится у дороги. Это минус, вот честно минус. Так как хочется природы без шума, то машины мешают. Итак, мы пришли на завтрак. Завтрак включен, я уже говорила, если вы больше, чем на 2 суток. Если 2 суток, он тоже включен. Кофе или чай, я выбрала кофе. И сейчас жду девчонок, они уже подъезжают, через 10 минут будут. День уже начинается хорошо. Мы с Никулькой проснулись, и вы знаете, такое вот ощущение, что прям вот чувствуешь, что ты на природе, чувствуешь, что ты отдыхаешь. Если у вас есть возможность выбираться, то делайте это. Это разгружает. Мои ведьмочки! В Атман приехали, в Атман и вино. Да, действительно, эту сумку не заметили. Без вот всего этого и без них двоих не было бы того, что будет сейчас. А что будет? Ничего. А мы вам не покажем, да? Нет, покажем. Не, не покажем, не покажем. Покажем. Не покажем. Я поставлю скрытую камеру. Нет. Нормальный вопрос. Что ты накрашена? А ты что накрашенная? А я же из дома ехала. Да? А, природе... а я тоже уже дома. А мы смотрели, ехали в твой сторис. Я говорю, Аня уже с накрашенными губами. Мне надо накрасить губы. Я по дороге накрасила. Так, что мы делаем? Мы идем фотографировать. Пошли. Не, ну серьезно. Подождите, мне надо. А где просека? Нормально. Где просека? Фотографируй без просека. Первый же вопрос. Где просека?
Подожди, да, я запомню этот момент трезвыми глазами. Та-дам! Слушай, а там сосны есть. Грибы можно еще собирать, интересно? Чисто интересно. Сосны не собирают? Не знаю. Неудобно. Ника, ты все знаешь, что там в школе вам рассказывают? Грибы когда собирать, спрашиваю. Грибы собирают после дождя. Ну вот, дождь был вчера. Наверное. А теперь я показываю, как мы маемся дурью. То есть Ника придумала, до этого мы, кстати, маялись дурью, фоткались, а сейчас Ника говорит, я хочу, чтобы я... В общем, вы все поняли, без комментариев. Як правильно їсти манго у польових умовах? Дуже гарно, беремо до ротика. Як ти сказала, Аня, що не робити? Ладно, не всасувати шкурку. Ань, коли ми будемо робити карту желання? Скажи, будь ласка. Коли з'їмо манго без всасування. Ні, ну що, якщо вкусно, можна і всасати. Да, понятно, це нормально. Я это в карте отмечу. Что природа тут не без оргазма, согласна. Я чувствую, что мы надо поставить 18+, да, и мы еще не пили. Я не включу камеру, когда мы выпьем, честно. Так ты не будешь просто это постить, да все, или запикаешь, или порежешь. Да, да, да. Уверена? Пока, Доминика. Ребенок, дай тебя поцелую. Начинается взрослая вечеринка. Ребята, мы не готовились. Ну, на что придет, слава богу. Сейчас что-то сделаем. Вчера был чай, сегодня пиролька. Как девочки открывают просеку. Зараза! Я даже не берусь за это. Не, ну просто, ну кто такое делает? Ну почему не взять, как у шампанского, эту штучку? Нет, блин. Господи, прости. Ну, мы легких путей не ищем. Так, тихо, ну. Не, ну еще и серьезно, мне вот этот полур... Господи. Если оно мне сейчас в лицо стрельнет. Кстати, как вариант, это же шампанское. Кстати, оно и меня уже стрельнет, поэтому я выйду. Ну ты уже грязная, какая разница? Да, я уже на земле полежала. Прошло 2 часа. Ой, ну газики. Ой, оно сейчас бахнет. Серьезно. Не, ну блин. Женщина. Не, ну там еще много. Да, молодец. А что вы спрятались? Потому что нам страшно, это логично. А мне не страшно, думаете? Ты у нас самая смелая из нас. Да сейчас. Просто я сильно женщина хочу выпить. Вот сказала правду. Вот что дать желание. Я просто еще не завтракала. Мама, я шучу. А меня смотрит твоя мама? Нет, он нет в Инстаграме. Какая разница? А при чем тут Инстаграм, это Ютуб? И кто-то скинет. Моя мама скинет. Кстати, да. Ты подумаешь, чем она занимается, боже. Маша, а говорите, что карту будут делать. Да, да, да. Кстати, девочки, да, надо не забыть. Мы карты-то занимались, когда сюда ехали. Маленький фуршетик. Мы, правда, пока без мяска, без ничего. Просто решили присесть, поговорить. Мама, какие красивые костюмы. Какие? Ну как можно? Я сейчас как смотрю. Боже, он говорит, что не фальт. Не, ну я 2 раза была замужем. Я другой хочу уже не буду садить на платье. Как? Ну, не знаю. Я, кстати, в белом, хотел сказать, спортивном. В белом был костюм. В белом костюме был что? Или в каком-то просто таком легком сарафане. А вообще, на самом деле, я подумала о том, что белая футболка и джинсы, и у него белая футболка и джинсы, кеды, но вообще это джинсы. Главное, как бы им нравится. Это факт. Так, а теперь сила женщин. Давай. Насыщение силы. Вот что, девочка хочет тебе сказать в ответ. Даже не лицо. Это как у этого Дульнева. Что?
А если тяну вверх, и оно выстрелит мне между ног? Ты кайфанешь! Кто в этом будет виноват? Как она там, Ань? Пока не очень. Не хватает мужчины, да, правда? Ну, согласись. Девичник — это круто, конечно. Что? Я Боже, хочу... твой взгляд меня испугал. Нет, это я о том, что... Мужчина, ты где? Мне, в принципе, я дом готова сама построить. Бутылку открыть я не могу. Так, у меня была под рукой, у меня под руки. На этом моменте мои глаза черные. Прощайтесь. С Запорожской. Бутылка кефира полбатона. Мы идем кормить рыбок. Я надеюсь, нас за это не ругают. Я надеюсь, что рыбки выживут после этого. Что-то мучное вредно, блин. Наша рыбка. Ну что, нормально ем? У меня ощущение, что мы в этом... У Януковича в гостях. Ага. Главное, телефон не упустить. Кошелек. Да, кстати. Очень прикольно отдыхать, вот так вот выбираться с девчонками. Мы начали делать карту желаний, не сделали до конца, потому что нам не хватило картинок. Хотя я купила очень много журналов. Я, кстати, по-моему, не говорила в начале, да, о том, что мы приехали, ну как, отдохнуть и сделать карту желаний. У меня на канале будет отдельное видео на эту тему. Хочу сказать о том, что мы специально собрались с девчонками, чтобы, как говорится, женской энергией, энергетикой способствовать нашим желаниям. Сниму отдельное видео, подпишитесь на канал, расскажу определенные моменты, которые в интернете не так легко найти, потому что, когда я ездила на ретриты, на практики, узнавала много чего интересного, и я думаю, что с вами все-таки стоит поделиться, чтобы ваши желания тоже исполнялись. Людей не было, поэтому было очень-очень классно. Спасибо вам, что посмотрели это видео, и пишите в комментариях свои запросы. Ой, кохай мене! Не закончилось!